заполонили стройные красотки. Журналы моды голубой экран. И это сколько надо выпить водки, чтоб полюбить таких несочных дам. И кто-то вдруг решил, что позабыт ты каноны нашей русской красоты. Нам по душе такие габариты, которых не поднять, не обойти. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы, как вы хороши. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы, праздник для души. Если нету тела, разве это дело? Просто ерунда. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы. Вот это да! Моя подружка хоть и простовата, но, говорят, с лица воды не пить. Горжусь я тем, что даже в три обхвата ее никто не может обхватить. Она меня на ручки поднимает, заботливо и бережно, как и мать. И до утра скрипит, не умолкая, огромная трехспальная кровать. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы, как вы хороши! Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы, праздник для души. Если нету тела, разве это дело? Просто ерунда. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы. Оп, да, да, да. Девчонки, позабудьте про диеты, про фитнес, про спортзал и стадион. Пирожные, пиво и конфетты — вот самый подходящий рацион. Чем больше человека, тем он краше. К чему держаться чьих-то глупых нор? Во все века ценились женщины наши за широту, за душу. Бабы-бабы, бабы-бабы, как вы хороши! Бабы-бабы, бабы-бабы, праздник для души. Если нет тела, разве это дело? Просто ерунда. Бабы-бабы, бабы-бабы. Если нету тела, разве это дело? Просто ерунда. Бабы-бао-бабы, бабы-бао-бабы.